Наполеон, он был никотинозависим. Он нюхал табак, обожал это, и это вошло у него в жесточайшую привычку. Но нюхать табак признали привычкой аристократической, и за это можно было попасть на гильотину. И он перестал нюхать табак и очень мучился. И когда нашли в Севилье сигары, привезли ему, он попробовал, влюбился безвозвратно, сигару изо рта не выпускал и прошел через всю Европу с сигарой, был главным распространителем сигары в Европе. Ну, потому что курили его офицеры, конечно, его союзники, да. Курили противники, фигура Наполеона была очень харизматичной. Да. И поэтому это был главный популяризатор сигар в Европе.